Приветище! Мы продолжаем прохождение Зельды. Нам осталось последнее святилище на этих летающих островах, и сегодня мы узнаем, какую же новую способность Ультрарука получит у нас здесь. Чара-портал. Функция, позволяющая подпрыгнуть, переместиться сквозь потолок и появиться наверху. Это что за портал тут начинается? Вот это да. Дар перемещения. Святилище Гутамбати. Название святилища, конечно, говорящее. Гутамбати. Батевская пещера. Проверим нашу новую способность. Телепорт. Как я могу это сделать? Ну вот я хочу вот сюда вот попасть. Нифига себе, я как будто материю распилил. А здесь нам как быть? Тут две колонны. Типа можешь на одну взобраться. Может там сундук есть, давай попробуем. Вначале сюда. Ага, точно, тут сундук. Ну а теперь давай вот по этой, по самой высокой. Как червяк прополз. Давай-ка попробуем. Ах, запалили меня. Вырубили робокопа. Готов. Что мы здесь имеем? Какие-то тросы есть у нас. А, ну я уже догадываю. Нам просто нужно тросы распилить, чтобы плита упала. И мы на нее потом телепортнемся. Вроде бы как так должно быть. Но! Ты посмотри, что я увидел! Там сундук! И мы сейчас туда залезем. Ого, как это выглядит внутри! Прикольно. Ну а теперь давай на мостик. Тут у нас уже ездящая плита, и у нее днище, смотри, какое. Оно как будто защищено. Но я все равно могу туда пробраться. Я так понял, от порталов нет никакой защиты, видимо. А мне еще выше нужно. Это безумно круто, когда Линк, как червяк, внутри стены прорывает себе туннель. Ну, в принципе, все, мы добрались, и портал у нас теперь в нашей ультраруке. Похоже, твоя рука восстановила часть своей силы. Теперь врата храма времени должны открыться перед тобой. В храм мы сейчас не пойдем. Мы пойдем к голему. Я все-таки попробую его ушатать. Ну вот я и здесь. Сразимся же с тобой, трансформер. Thank you.
Готов! Гигант и покорен! В общем, ну ты понял, да? Оказывается, с его блоками тоже можно взаимодействовать при помощи своей ультраруки. И портал через него работал, офигеть. Давай посмотрим, что в нем было. Пропеллеры, энергозонары. А вот эта вот штука, что это такое? Это можно на оружие, видимо, зачаровать. Ну давай мы тогда топорик сейчас демонтируем. И на палку. Ох ты, плюс 10. Вот это мощная дубина у меня теперь. Знаешь, что я еще узнал? Что если вагонетку зачаровать на щит и врубить серфинг, то можно по рельсам кататься вот так вот. Это же круто. Эй. Фух. Перепрыгни. Офигеть, я чуть не грохнулся. Ну, короче, фишка вот такая вот. И это очень круто. То есть разработчики все это продумали. Давай на рельсину. Ну что, а теперь со спокойной душой бежим в храм. И при помощи нашего телепорта перемещаться теперь по островам, да и вообще везде, где только можно, стало намного проще. Ого, какое деревце. О, там у нас конвейер есть. Прикольненько. И тут у нас в сундуке что-то. Старые теплые штаны. Как мне вас не хватало. Давай же одевать их сразу же. Чудесно. Ну все, потеплее теперь будет. А еще хочу повыше взобраться. Там же тоже наверняка что-нибудь да есть. Есть что тут? Не, нифига тут нету. Хотя, тут кое-что есть. Нужно всего лишь камушек переместить. Давай, вылази. Вот так вот его здесь поставить. О, сработало. Ну что, а теперь к конвейеру. О, а там крылья какие-то есть. И здесь тоже пару штук. Похоже на взлетную полосу. Слушай, это самолеты их местные, видимо. Занаев этих. Ну что, давай посмотрим, что вот этот вот конвертарий нам даст. В этот раз возьму капитанский рог гоблина. И посмотрим, что за него мне дадут. Опа, что-то новенькое. Параплан! Шикос. Ну, пропеллер как бы у нас был. И еще парочку решил заказать. Но уже с обычными рогами. В принципе, выпало все то же самое. И эти парапланы, и огнеметы. Так что зря потратил дорогущий рог капитана. Ну что, давай посмотрим, как эти штуки работают. Взаимодействовать я с ними пока не могу. Ну, просто, знаешь, типа в руки взять и полететь на них. Попробуем комбикинезом поднять все это дело и посмотреть, полетит оно или не полетит. Давай развернем и отпустим. Ну, как бы летит. Короче, смотри, что я обратил внимание, что эти парапланы должны лежать в этой вот нише, и тогда они полетят. Давай вот этот лед тут отрубим, он мешается. Ой, я пропеллер еще хотел поставить, но ладно. Похоже, ладно. Прикольно, мы летим. Так, а... Ну, пофиг. Руля все равно нет, управлять как бы влево-вправо я не могу. Только парим. А что, наверное, прыгать надо уже, да? Давай спрыгнем. А, кстати, управлять я мог. Если бы я наступал налево, ну, то есть на край крыла левого, то поворачивали бы налево. Если бы направо, то направо бы. Вон оно что. Вон как управлять-то ими надо было. Помнишь, в самой первой серии мы нашли вот этот сундук, до которого так просто не добраться? Теперь-то я знаю, как до него добраться.
Опля! Приветики. Думал, я за тобой не вернусь, а я вернулся. Тут параплан был, оказывается. Ну что, по-моему, я на отличной возвышенности, поэтому давай я сейчас здесь сооружу параплан. Во! И сразу же к нему прикрепил пропеллер. Посмотрим, как далеко мы улетим. Погнали! Не улетим, понятно. Вот если вот так вот это поставить. Оу, ёлки-палки! А где мой параплан? Неудачно спикировал. Хорошо, что внизу была вода. Теперь это будет валяться здесь. Ну и ладно, валяйся. Но нет, не-не-не, у меня есть еще одна идейка. Ну типа вот. Вот так вот, норм же? Должен же полететь, да? Давай проверим. Не, фиг лысого. Блин, если бы вагонетка была, вот тогда бы все проперло. Но вагонетка у меня только на щите, и оторвать я ее не могу. Возле храма левитирует еще один кусок острова. Хочу туда телепортнуться. Надеюсь, что получится. Обидненько, не получится. Нужно смастерить какой-то мостик или что-то типа подиума. Ну чё, я притащил свое мастерское творение сюда. Надеюсь, что оно нафиг не рухнет под моим весом. Оно может рухнуть. Но я буду очень осторожным. Так, отклеили. Прицепили. Ну чё, получится, нет? Как думаешь, телепортнуться отсюда? А если дальше отойти? О! Отлично! Вышло! Здравствуйте. И что мы здесь имеем? Отличный островочек мы имеем. Блин, походу зря морочился. Здесь ничего нету. Обидно как-то. Ага, нашел! Вот он! Думал, я его не найду. Большой зонар. В нем содержится во много раз больше энергии, чем в обычном зонаре. Ну все, теперь бежим в храм. Мне вот интересно, а можно наверх при помощи телепорта попасть? Давай-ка затестируем. Прикольно. Я на самом верху. Я взобрался на самый верх храма. Я думаю, что здесь какой-нибудь корок маленький. Короче, здесь ничего не оказалось. Здесь есть руины, есть круг. Явно что-то должно быть, но ничего нет. Ну, раз через крышу не получилось ничего найти, давай тогда через парадный вход. Сколько там шестеренок? Закрытые врата. Выполнено. О, это то семечко. Только оно тут очень огромное.
автореверс. Функция, позволяющая заставить объект повторить свое движение в обратной последовательности. Движение можно прервать в любой момент. Способность менять направление объекта — автореверс. И Зельта пропала. Я не совсем понимаю, что здесь произошло. Может, это что-то вроде отголоска ее сильной воли? Ты получил эту способность совсем не случайно. Ну что ж, будем, значит, использовать автореверс. Автореверс. Ага, и время пошло. То есть автореверс действует не так уж и долго. Можем прервать, ну ладно. Пока что нам это не нужно. Прыгаем сюда. Поднимаемся. Теперь прыгаем сюда. И здесь тоже можно автореверс сделать. В принципе, давай так и сделаем. Поехали. Как это все долго? Можно как-то перемотать? Чтобы побыстрее все это крутилось, вертелось. Забегаем сюда. О, знакомая статуя. Она будет нас одарять сердечками и выносливостью, вроде бы. Если мне не изменяет память. Короче, все закутки проверил, ничего не нашел. Никаких сундучков, поэтому идем к этой деве. Это статуя богини. На ее лице едва заметна улыбка. Так может, поклониться тогда хотя бы? Короче, не хочет Линк поклоняться этой статуе почему-то. Может, она какая-нибудь ложная или еще что? Во время толкания у меня сейчас будет сердце отниматься, видимо. Ну, давай попробуем. Не, не получится. Эти врата подвергнуты испытанию твоей жизненной силы. Пока что ты еще слаб. Я не уверен, что твоего запаса сил хватит. Ах да, на этом острове есть еще одно святилище. Возможно, там ты получишь благословение света. Или собери частицы света в глубине святилищ и поднеси их к богине. Это тоже может помочь. Покажи мне планшет. На нем есть функция перемещения. Видишь синие отметки на карте? Ты сможешь переместиться к любой из них, когда угодно. Советую выбрать ту отметку, что внизу карты. Воспользуйся ею, чтобы найти последнее святилище. Ну, конечно же, мы пойдем в святилище. Так же интереснее, чем богиню просить нам сердце дать. Поэтому мы телепортируемся вот сюда. Погодите-ка. Это же самое начало. Я помню эти механизмы. Я на них еще залезть хотел. Ну что ж, давай мы так и сделаем. Теперь-то у меня все способности есть, это будет как раз плюнуть. А вот и проходик. И куда же он нас приведет? О, да оно прям в недрах этого острова было. Святилище Натёяха. Тут еще и консьерж есть. Это мануфактор. Хотите, чтобы я изготовил для вас энергорасширители? Тогда мне нужны занаро-кристаллы. Короче, я могу сделать еще одну дополнительную батарейку себе на пояс, так что давай сделаем. Я же не зря кристаллы покупал. Для изготовления понадобится не менее 100 занаро-кристаллов. А у меня всего-то 5. Возвращайте, когда наберете достаточно... Понятно.
Короче, поскольку он тут стоит и предлагает увеличить емкость моих батареек, я думаю, что в святилище что-то с механизмами будет связано. И, возможно, моей батарейки там не хватит. Но мы сейчас это узнаем. Дар возврата. Значит, у нас здесь есть плот. А, здесь всего-то нужен реверс, и все. Давай воспользуемся им тогда. Механизмы вроде как тут не нужны. Врубаем реверс. Повернись, плотик, вспять. Ничего себе, они там с высока как падают. Слушай, а я тут не просрал нигде этот сундучок в самом начале. Эть, вон там вот он мог бы быть наверху. Хотя вроде не видно. Ладно. Бежим дальше, значит. Стой, 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 стой. Ты мне нужен, чтобы... Эй! Чтобы подняться наверх. Интересно, хватит ли у меня времени для того, чтобы это сделать? Сейчас посмотрим. Ого, ого, ого! Ничего себе. Какая большая шестеренка! Давай-ка в обратку. Я вижу, что там наверху. Я вижу, что там наверху есть сундук, и ты мне поможешь до него добраться. Десять стрел. А здесь у нас чего? Часы. Смотри, фишка, когда они пересекаются, ворота открываются. Мне просто нужно поймать это все дело. Вот. Поймал. И что, и все, я сюда прошел? Всего один сундук был? Да ладно вам. Ну, как есть, так есть. Теперь у меня 4 частицы света. А здесь нас поджидает снова парапланы. Но пока что спешите лететь отсюда я никуда не собираюсь. Я, пожалуй, залезу повыше. Сундучок, конечно же. А тут корок у нас спрятался. А вот теперь настало время отсюда валить. Сейчас мы поставим грамотно наш парапланчик. Кстати, давай-ка мы на него... Стой, 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 стой. Все-таки пропеллер шлепнем. Вот хочу посмотреть, что будет. Блин, он даже отсюда катится. Вот, пропеллер стоит. Тачка готова. Поехали! И сейчас я покажу, как на ней рулить. Наверное, покажу. А куда мы, собственно, летим? Нам бы, наверное, развернуться. Вот, то есть я сейчас стою на крыло, и вот мы поворачиваем. А погоди, 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 погоди. Давай вот на этот остров, который высоко-высоко. Вот сюда вот хочу залететь. И, кстати, насчет пропеллера. Ты включишься? Давай-ка кружиться вокруг вот этого острова. Я хочу туда приземлиться. Вот мы и летаем теперь. Летаем свысока, и все нам хорошо видно. Короче, есть два острова, на которые надо залететь еще. Офигеть. Так, может, я на него спрыгну? Так, 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 вот я лечу, 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 лечу. И вот прыгаю. Ой, криво прыгнул. А, не, нормально. Фух. Ну, короче, что я здесь вижу? Я вижу, что нам нужно очень хорошо прыгнуть сюда. Ну а теперь нам нужно попасть вон на тот остров. Как это сделать? Конечно же, переместиться опять наверх к парапланам. Кстати, по идее, на этом параплане можно улететь на какие-нибудь другие левитирующие острова. Если на хвост встать, то мы вверх же летим, правильно? И если бы был как раз-таки у нас пропеллер, то мы бы летели вверх. Параплан что-то зеленеет. Вы хотите сказать, что он сейчас сломается, что ли? Не-не-не-не-нет! Нет, я так не хочу. Значит, параплан имеет срок службы тоже. Тогда я сейчас разворачиваюсь. И как прыгаю в эту воду, главное не промахнуться. Давай. Вот-в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 от
хорошо. Нашел. Вон блестит сундучок.
Спрятался. О, большой энергозонар. Теперь у меня их две штуки. Ну чё, погнали за кристаллами? Юху! Приехали. Вот они, мои кристаллики. Давай меняться. Я беру все вообще, все, что у тебя есть. 10, верно? Мне понадобится зонаров 30 штук. У меня 42 идет, бери. Ну вот, у меня теперь 15 кристалликов. Ну вот, я вновь прибыл к тебе. Давай мне сердце. О, тот, кто проходит испытание, получает частицы света. За 4 частицы света я дам тебе свое благословение. Капсулу сердца, пожалуйста, мне. Тебе нужна капсула сердца? Да. Ты плохо расслышала? Да будет так. Капсула сердца. Очень драгоценный предмет. Ступай и восстанови мир в Хайруле. Спасибо. Ну все, сейчас я эти ворота на раз-два. Прям тютелька-тютелька. Чуть не сдох нафиг. Отлично. Тебе удалось отворить врата. Твое тело еще не полностью восстановилось после заражения миазмами. Но частицы света, которые ты получил из святилищ, немного очистили тебя. Наша встреча оказалась короткой, но я очень рад знакомству. Зельда была права. Ее судьба в твоих руках. Я чуть не сплакнул. В принципе, как и всегда. Зельдина судьба всегда в моих руках, елки. Уже вторую игру ее спасаю. А она то спасается, то опять в какую-то передрягу влезет. Все как через раз. Ну вот я наконец-то и добрался до чего-то.
Найди меня!